Здравствуйте! В этом выпуске современного оружия от GunsReview.com компания «Тактические системы», как эксклюзивный представитель в Украине, предлагает вашему вниманию винтовку М4 производства компании Кьяпа Италия. История Кьяпа Групп началась в 1958 году, когда Езекиль Оскар Кьяпа открыл ремесленную мастерскую под названием «Арми Спорт». За прошедшие 60 лет мастерская выросла в индустриальную группу по производству оружия и все еще полностью принадлежит семье Кьяпа. Кьяпа Групп производит широкий спектр моделей оружия. Линейка продукции включает в себя копии американского исторического дульнозарядного оружия и винтовки рычажного действия, охотничьи ружья, пистолеты и винтовки в калибре 22 LR, револьверы для самообороны, такие, например, как знаменитый револьвер Рина, сигнальное и пневматическое оружие. Винтовка Кьяпа М4 – точная копия штурмовой винтовки М4А1, состоящая на вооружении в армейских и полицейских подразделениях как в США, так и в других странах, но выполнена для использования патронов кольцевого воспламенения калибра 22 LR. И забегая вперед, скажу, что, кроме всего прочего, поклонникам оружия особенно понравится ее цена, которая начинается с ценника 18 215 гривен или 650 долларов США. А учитывая, что Кьяпа М4 практически полностью соответствует спецификациям платформы AR-15, это делает ее весьма интересным предложением. В последние годы, учитывая подорожание боеприпасов, все больше поклонников оружия фокусируют свое внимание на оружие под использование патронов калибра 22 LR. Невысокая стоимость этого оружия и боеприпасов дает возможность не экономить на обучении и стрелковых тренировках. А модели оружия, построенные на известных оружейных платформах и которые предлагаются на рынке, позволяют оттачивать свои действия, как если бы вы использовали стандартную армейскую винтовку на платформе AR-15. Ну, разве что за исключением отдачи при стрельбе. Хотя и в этом аспекте есть приспособления, позволяющие моделировать эту особенность винтовки армейского калибра. Вам остается только выбрать винтовку и отправиться на стрельбище. И вот почему винтовка Кьяпа М4 – это винтовка, на которую стоит обратить самое пристальное внимание при вашем выборе. Винтовка Кьяпа М4 Gen 2 Pro, как следует из ее названия, это второе поколение модели Кьяпа М4, представленной в 2011 году. Модификация винтовки выпущена в 2013 году и пользуется устойчивой популярностью среди стрелков многих стран мира. Кьяпа М4 на нашем рынке представлена в двух модификациях с цевьем длиной 11,8 дюймов и длиной 7,8 дюйма. Винтовка практически на 100% выполнена из полимера. Причем материал верхнего и нижнего ресиверов по своему виду и, самое главное, механическим свойствам приближается к алюминиевому сплаву 7075Т6, используемому при изготовлении винтовок калибра 223 на платформе AR-15. Затвор и ствол изготовлены из нержавеющей стали. Ствол винтовки свободно вывешенный матчевый. Длина ствола 16 дюймов. Шаг нарезов ствола 1 к 16. Дульный срез оборудован резьбовым соединением, на котором установлен съемный пламегаситель. Винтовка не оборудована прицельными приспособлениями, но на верхнем ресивере выполнена полноценная направляющая пикатинни для установки необходимого вам оптического устройства. Цевье изготовлено из алюминия и соответствует военным стандартам. И представляет собой модульную квадроплатформу, на каждой из четырех панелей которой установлено по 3 8-позиционных планки пикатинни на винтовке с длиной цевья 11,8 дюйма и по 2 8-позиционные планки на винтовках с длиной цевья 7,8 дюйма. Также возможно демонтировать некоторые из планок и получить ровную и гладкую поверхность, которая будет более комфортной для хвата винтовки. Приятный бонус заключается в том, что винтовка укомплектована полноразмерным магазином, который повторяет габариты стандартного магазина AR-15. Это позволит использовать стандартную амуницию и проводить тренировки со сменой магазина аналогично, как если бы вы использовали винтовку калибра 223. При соединении и извлечении магазина ровная, гладкая, без задержек.
В комплект поставки входит два магазина с ограничителем емкости на 10 патронов. Также выпускаются магазины емкостью 28 патронов, которые можно приобрести отдельно. Конструкция магазина обеспечивает постановку на затворную задержку после окончания боеприпаса. Общий вес винтовки составляет 2,6 кг. Несмотря на то, что КЯПА М4 максимально приближена к М4А1, некоторые органы управления винтовки не функциональны. В частности, рычаг снятия с затворной задержки – это имитация оригинального рычага, выполненная как единое целое с ресивером. Вспомогательный досылатель также выполняет исключительно косметическую функцию, но учитывая его подвижность, его можно использовать при обучении правилам обращения с винтовкой на платформе AR-15. Рычаг предохранителя односторонний. Рукоять – стандартная пистолетная рукоять, также соответствующая спецификации AR-15, которая может быть заменена на другую согласно ваших предпочтений. Приклад с направляющей уже в базовой комплектации винтовки соответствует спецификации AR-15. Это означает, что вы можете приобрести и использовать любой приклад платформы AR-15 по вашему выбору. Приклад регулируемый, шестипозиционный. Плечевой упор приклада КЯПА М4 не оборудован амортизирующей резиновой накладкой, но учитывая боеприпас малого калибра, в ней нет необходимости. В целом, по заявлению производителя, винтовка на 95% соответствует спецификациям AR-15. Самое важное исключение – это нижний ресивер. Особенность его конструкции, согласно требованиям американских законов, не позволит использовать его с верхним ресивером AR-15 калибра 223. Мы просто не сможем их соединить. Но верхний ресивер КЯПА М4 без проблем можно использовать на любой вашей винтовке, построенной на платформе AR-15. Это позволит, имея в своем арсенале платформу AR-15, использовать нижний ресивер с привычным вам ударно-спусковым механизмом и прикладом для установки на него верхнего ресивера КЯПА М4 калибра 22LR. Для проверки совместимости верхнего ресивера КЯПА с платформой AR-15 я использовал винтовку SIG Sauer 516. Никаких проблем при соединении и стрельбе не возникло. Все механизмы сборной из двух ресиверов винтовки работали без каких-либо задержек и отказов. Но если у вас в наличии только винтовка КЯПА, то вам доступно огромное количество милспек комплектующих, имеющихся в продаже для их установки, исходя из ваших предпочтений. Работа КЯПА М4 построена на принципе свободного затвора. Разборка винтовки классическая для данной платформы оружия. Освобождаем фиксирующий штифт и извлекаем рукоять взвода и затворную раму. Ударно-спусковой механизм винтовки куркового типа полностью изготовлен из стали и также соответствует военным стандартам элементов AR-15. Интересным будет познакомиться с затвором винтовки. Его конструкция представляет собой затворную раму с возвратной пружиной, которая выполняет роль буфера отдачи в классической конструкции М4А1. Учитывая слабую энергетику патрона 22LR, винтовка КЯПА М4 не нуждается в типовом буфере отдачи платформы AR-15, размещенном в направляющей приклада. Винтовка КЯПА М4 – идеальное решение для проведения занятий по правилам обращения с оружием и стрелковых тренировок. Учитывая маломощный боеприпас, она подойдет для использования стрелками различного возраста и с различным уровнем подготовки. Работа винтовки со штатным магазином на 10 патронов не вызвала нареканий. Вам остается только выбрать качественный боеприпас. Но есть одно замечание. По рекомендации производителя, после покупки винтовки КЯПА М4 ее стабильное функционирование обеспечивается после так называемого периода притирки длительностью 100-150 выстрелов. Для стабильной работы винтовки компания КЯПА Firearms также рекомендует использовать качественные скоростные боеприпасы калибра 22LR. Но справедливости ради отмечу, что несмотря на то, что при проведении стрелкового теста мы использовали дозвуковые патроны и глушитель, никаких проблем в функционировании винтовки не возникло. В целом КЯПА М4 оставила позитивное впечатление. Объединив в своей конструкции популярный дизайн,
модульность платформы AR-15 с возможностью использования недорогих боеприпасов калибра 22 LR и учитывая ее невысокую стоимость, вам стоит обратить свое внимание на Кьяпа М4 в качестве дополнения к своему арсеналу или в качестве оружия для обучения и тренировок. Надеюсь, вы также высоко оцените Кьяпа М4, которая представлена на рынке Украины компанией «Тактические системы», эксклюзивным представителем Кьяпа Firearms в Украине. Не забывайте о правилах безопасного обращения с оружием и берегите себя. Всего вам доброго! Чтобы первыми узнавать о выпуске новых обзоров, оформите подписку на YouTube-канале Guns Review и оставляйте свои комментарии на Facebook-странице Guns Review.